Сегодня у нас экскаватор Volvo вернулся на Комсомольскую. Тут уже поменьше стало. К этому дому пока не притрагивались. Наверное, завтра. А вот что у нас осталось от дома номер 42 по улице Крупской. А что ж вот здесь, интересно, только по 5 этажей? Этот вот дом зачем-то оставили. И вот еще дом не стали расселять. Вот еще два. Сарай, говорят, вроде как снесут. Тут еще два или три дома поместится.